Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, с вами Кроша, это прохождение замечательной игры под названием Fallout Shelter. Друзья, да, вы не ослышались. Эту замечательную игру мы снова с вами будем проходить, да, вместе с вами, да, друзья. И напомню, как обычно, что кому понравилось мое видео и кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да. И давайте же зайдем в наше убежище 381, но перед тем, как мы зайдем в него, друзья, там очень многое поменялось, и я вам сейчас расскажу, что же там произошло, что же там поменялось. Так, давай заходи, заходи, дружище. Так, время. Такс, ну же. Да. И, то есть игра, короче, обновилась, друзья. Произошло два обновления ее. Пока я не снимал, а не снимал я около месяца полтора где-то. Где-то, примерно, или месяц, или полтора, друзья, я точно ничего не снимал. Заходил просто каждый день в эту игру и... Вот так вот сейчас выглядит наше убежище. Сразу сейчас я соберу всякие мешки. Так... наша тёлочка. Фак, я так и знал. Вот это... Так, ладно, быстро вот у этих всех соберем. Ладно, давайте потом. Они все равно, да, тут не добегут. Да, теперь к нам приходят и когти смерти, и обычные солдаты, но рейдеры. Но рейдеров убивают вот в этой комнате обычно полностью, сразу всех. Там минуты даже не проходит, как их уничтожают. А вот эти вот ребята, друзья, они добегают где-то вот до вот этой комнаты, да. То есть коцают просто абсолютно всех, просто уничтожают. Но никого еще не убивают. Хорошо, так, их чуть покоцали. Следующая комната. Но тут у ребят очень мощные пушки. Особенно вот у этого сейчас самая мощная стоит, вроде бы. 7. Нет, там есть где-то даже за 15, друзья. Так, быстренько покупаем воду. Ну, забираем. Смотрите, просто ломают. Там уже устали они делать. Так. Ну же, давайте валить их. Так, все трое еще живы. Но сейчас должны они... погибнуть, как говорится, смертью храбрых. Так, первый уже у них лег. Это замечательно. Так. И вот здесь, вот сразу лег второй и третий. То есть все очень-очень неплохо. Так, отлично. Это ачивмент, который я хотел, друзья, закрыть. Ну, сейчас давайте разберемся с этой игрой, что у нас здесь поменялось, а что нет. То есть, у меня сейчас... Так, где? То есть, у меня сейчас открыты почти все комнаты. Да, вот, кстати. Так, сейчас, друзья. Так. Да, вот, есть... Оружейную мастерскую нам добавили за 800 баксов, друзья. Это отлично. Я сейчас расскажу про нее отдельно. Я ее пока еще не строил, но у меня в процессе. Также мастерская костюмов. Я про нее тоже расскажу чуть попозже. Я построил, друзья, вот эту. Парикмахерскую. Что очень-очень неплохо. А, кстати, ребята еще туда отправить. Также я установил себе ядерный реактор. И пока вот этот вот сад и комната фильтрации воды я еще не строил. Также нам скоро будет уже доступно. Мы будем разливать колу. Так что все, друзья, отлично. А вот, то есть произошло обновление. И ребята вот эти вот... Так, где у меня? Не то. То есть теперь они в пустоши находят очень много хлама, друзья, очень-очень много. То есть из него стопудово мы будем делать разные ништячки. То есть хлама у нас много, костюмов много, оружие, по-моему. А вот
Они еще приносят, короче, чертежи. Сейчас не просто оружие приносят, а вот именно привозят чертежи оружия. Тут костюмы, питомцы, хлам. Нет, тут видите, друзья, жителей. Так, вот этого надо тоже Джеймса по этот отправить в пустоши, прокачать его. Короче, они приносят чертежи. Сейчас у меня тут есть один профессор. Вот он. Максимального уровня, друзья, просто у него все характеристики на максимуме. Надеюсь, он нашел хоть один. Нет, он не нашел. Я не могу, друзья, показать этого. К сожалению. Да, приносит чертежи. По чертежам надо строить. Вот я построил вот эту комнату с реактором. Чтобы ее, друзья, улучшить, надо 18 косарей. Я доходил до 12, а потом просто все деньги сливал дальше. Также увидите, что у меня просто огромное количество ребятишек находится вот здесь вот. То есть они обучаются. И во многих... Так. Так, отлично. Да, и во многих комнатах у меня еще нет никого. То есть вот я сделал дополнительную клинику. У меня уже есть ребята готовые туда, которые уже обучились. Но почему бы им дальше не обучаться? Скажем так. И да. И вот этих ребят тоже мне надо сюда. Я уже эсочку свою подготовил. И давайте сейчас быстренько я пробегусь по всем, чтобы знать, что все у меня качаются. Так, у тебя что? Форт. Так, ну тебе еще качаться да качаться. Я еще сейчас, может, что-нибудь куплю. Да, мы сегодня, кстати, 12 кейсов откроем. Я их не покупал, друзья. Все связано с тем, что я просто проходил задания вот эти. То есть у меня, видите, 21% из 35. И мне дадут еще одну вот такую ништячок. Я хотел сначала подкопить. То есть, может быть, сейчас мы это и сделаем. То есть не очень много, пускай у нас будет побольше таких этих экшонов, но мы зато получим вот такое задание. И мы еще, мне каждый за 7 дней дается один кейс, то есть очень-очень неплохо. Сейчас мы, может быть, этим и займемся, друзья, то есть серия будет такая очень-очень такая большая. О, чувак, ты уже почти прокачался. Так, ты у нас качаешься. Ты у нас качаешься. Давайте к следующей комнате. Так, ты у нас что? S. Качаешься, ты у нас S. Качаешься. Все бухают, друзья, все бухают. Ни хрена никто не работает. Это вообще поет. Ну, она красавица. Так. S у нее почти на девяточке. Ну ладно, через 17 часов. Завтра как раз я зайду в эту игру и думаю, всех я их отправлю. То есть очень много. Вот у меня, кстати, я их уже экипировал, которые должны были в ту комнату идти. Так. Интеллект. Да, с интеллектом пока у тебя не очень хорошо. А вот у тебя интеллекта десяточка. Давайте-ка ее пока уберем. А уберем ее пока вот сюда. Вот это моя такая комнатка, куда я отправляю всех прокачанных ребятишек. Интеллект, нет, ты еще учись. Так. П. П еще тебе далеко. Так. Кошмар, ты что там делаешь около бомб? Так. П. Мне вот, друзья, знаете, что нравится в этой игре? То, что все занимаются чем-то своим. Они что-то там делают, что-то строгают. Вот это вот просто потрясающе. Так. У тебя... А тебе еще долго качать. Вот это вот быстро качается, кто вот прыгает. Видите, у нее уже 9. Хотя я ее поставил только вчера, друзья. Ну ладно, пускай качается. А, тоже долго тебе.
А, тоже долго. Так, давайте вот здесь посмотрим. Да блин. Эти тоже еще долго. Так. И это вроде бы у нас комната с S. Да, так оно и есть. Так, пока... Я видел звездочку. Неужели это только та была? Женщина. И все. А вот. S10. Давайте ее сейчас отправим вот сюда вот. То есть у меня уже там двое стоят. Так, и у нас еще есть одна девочка, которую мы, конечно же, отправим на S. Да, пускай бежит. 97%, друзья, так. И у нас здесь двое. Давайте посмотрим, сейчас она прибежит и посмотрим, куда мы сможем ее направить. 5 косарей. Мы сейчас пока, чтобы вот этот ачивмент, кстати, сделать, и у нас будет не 12, как бы, кейсов, а 13 мы сегодня откроем. То есть 35, 21. Мы еще там сколько подкопим? Кстати, а что за остальные? Убить? Ну вот это я не знаю. Это очень опасно. Они очень быстро выхлестывают. То есть они добегут почти до всех. Так. И вот это я не знаю. Я пока побаиваюсь этого. Хотя там и платят, конечно. 1200. Пусто 6 жителей, но у меня уже профессор готов. Я даже знаю, как быстро этот квест выполнить. То есть могу показать, друзья. Так. Иди сюда, дружище. Сейчас мы будем выполнять этот квест. Так, дружище. Вперед. Одну тебе дам. Разведку, парень. Мне не надо, друзья. Сейчас этот квест мы будем выполнять очень и очень быстро. Так. Ладно, пускай пока бежит. Я почему-то только сейчас об этом додумался. Так, есть 4 жителя. Давайте сейчас быстренько его найдем и отправим назад. Так, профессор, ты бегай. Вот. Отозвать. Отлично, сейчас он прибежит. Все-таки домой бежит, как-никак. Так. Да, вот он уже прибегает. Собрать. Давай. Мы сейчас его вот сюда вот опять отправим. Вот здесь будет парень. Так, и давайте пока посмотрим, кто у нас вот здесь. У нас двое еще не учатся. Так, у тебя что, Гатто? У тебя S нету, E нету и P нету. Так, давайте, кстати, посмотрим вот в эту комнатку. S у нас заполнено. Так. А у нас заполнено. Это у нас заполнено. Так, вот 5 из 6 интеллект. У нас ты можешь пойти в интеллект. Нет, в интеллект у тебя есть. Интеллект у тебя есть. Плохо, друзья. Интеллект у нас сейчас будет пустовать. Тут у нас S у нас. S у нас один человек. О, тебя вообще можно. Давай в S-очку тебя оставим. Беги. Беги, цыпа моей мечты. Так. Е. У нас тоже 5 человек. Давайте. У нас вроде у этого тоже нету. Так. Все, отлично. Беги туда, парень. И, в принципе, практически все комнаты у нас заполнены. То есть, когда у нас будет, наверное, 100 человек, у нас будет заполнено практически все. А, парень. Да. Давай, беги на разведку. Вот примерно, друзья, так выполняется этот квест. Да, серия получится очень-очень большой. Ну, а куда, друзья, деваться? Охота выполнять квесты. Охота выполнять квесты. Так. 5 из 6.
Все, давайте быстренько его опять находим. Отозвать. Интересно, он далеко успел убежать? Не думаю. Думает, почему меня как больного туда-сюда дергают. Но, друзья, квест есть квест. Так, собрать, закрыть. Опять пока его вот сюда вот заберем. И давайте посмотрим, сколько мы раз его еще должны. Один раз, друзья, всего один раз и 210 монеток, друзья. Так, на разведку, конечно же, на разведку. Да, а может быть, друзья, записать мне две серии и как бы выложить их уже этот. Сегодня сделать все такие, как бы загрузки такие, ну, ачивменты как бы. Ну, посмотрим сейчас. Отлично, вот 6 из 6. Отлично, друзья, забрали мы ачивмент. Давайте вернем нашего парня. Опять. Все, беги назад. Сейчас мы его поставим опять на место. Я хочу посмотреть, что там за ачивмент у меня такой был. Кстати, у меня же вот эти ребята вроде бы покоцаны немного. А это самые первые ребята, которые сражаются со всеми. А вот этот крутой автомат, друзья. Смотрите, 13 из 15. Так. Отлично. Собрать. Давай. Ты давай иди на место. И давайте посмотрим, что там еще теперь ачивмент какой. Потушите 21 пожар в убежище. 900, да? Ну, давайте сейчас будем рашить и посмотрим. Может быть, что-нибудь нам и будет. Во-первых, я всегда рашу вот этих ребят, потому что у них есть этот. Их будем рашить просто, друзья, до упора. Просто сколько есть. Нам нужны ништяки. 6 косарей у нас уже есть. Тратить пока не будем. Пока у них не будет никакого эксцесса. Так, давайте, парни, давайте. Отлично, есть провал. Никогда еще не радовался провалу, друзья. Ну, а куда деваться? А сколько, кстати, мне надо? Пожаров 21. Вот это уже, друзья, очень много. Так. Ну же, парни. Ну, они разберутся с этими рат-тараканами. Давайте перейдем сюда вот. Видите, так. Ачивмент есть. Давайте вот этих вот будем рашить. Отлично. Еще один провал. Ладно, пускай пока бегут. Вот там вот эти серьезные ребята. И они же у меня еще покоцаны. Давайте-ка вот этих всех восстановим. Вы что, парни, там таким скопом делаете? Так. Ты, дружище, на. Получи. Получи. Все, они разберутся уже сами. Такс. Давайте теперь отправимся вот сюда вот. Надеюсь, вы не все покоцанные. Ну, вы покоцанные, но я думаю, что вы выдержите. Хотя давайте их восстановим. Все-таки ребята тоже молодцы. Так, ну ты уже нормальный. Давайте. В бой, парни, в бой. Так. Так, надеюсь, вы ничего не слышали. Так, давайте будем рашить, рашить. Сегодня нам надо по максимуму просто забить ачивмент. Но пожаров, друзья, пока не вызывает у нас, к сожалению. А лучше были. Я, кстати, примерно знаю, как вот эту ачивмент получить. То есть я могу когтей смерти голыми руками убить их. То есть я могу у всех жителей забрать оружие и просто быстро
быстро их этот. Ну, они будут убивать, а их быстро лечить. Так, давайте быстренько у всех. В этой серии, друзья, мы должны это сделать. Так. Давайте, давайте. До предела. Сколько сможете? Уже 40. 40%. Вы еще не... Так. Не, давайте, давайте. У вас должен быть какой-то эксцесс. Отлично, вот и он. Опять таракана. Нету, друзья, пожаров. Нету. Такс. О, ачивмент. Кстати, у меня вот эти ребят, знаете, за сколько времени? За 45 минут где-то они. Или за 48 минут они присылают. Так, давайте вот этих парашем. А, подожди. Вон оно что, Михалыч, давайте вперед. Так. Будем рашить только в путь. Давайте, парни. Давайте, давайте. Так, цыпа, мои мечты. Ты что там делаешь? Читает книж, смотрите, орудует просто как Хэнкок. Ну да. Так. Опять. Когда же у нас будут пожары-то? Хоть подождите сами что-нибудь. Так. Да, я понимаю то, что мы сейчас падаем в этих, но они потом восстановятся все дружно. Я за этим пока не гонюсь. Как только я не буду получать, то есть, свой бонус ежедневный, вот здесь вот, например, то мне придется уже отправлять всех вот с этой комнаты, где вот ребята у нас... В основном несчастные. То есть вот этот парень, видите, у него 90%, потому что он, ну, на своем месте как бы работает. А там, ребята, есть и 50%. Так. Давайте вот этих будем рашить. Опа-опа. Отлично. Так. А сколько мне, кстати, еще осталось? Так, ну-ка, посмотрим. О, наконец-то пожар. Наконец-то пожар. Так. 26 из 35. 27, грубо говоря. То есть еще чуток. А комната у нас есть, друзья. Что можно еще поджечь? Так, ну же, парни, давайте. Так, отлично. Так, аж две ачивмента мы получили. Давайте посмотрим, что у нас есть. Вот этих мы прокачали. Давайте зайдем вот сюда вот. Сразу посмотрим, нет ли тут никого. Так, давайте 2 минуты. Пускай нам присылают. Да, кстати, пока обновление не исправили вот этот вот... Ништячок вот с этими припасами. Так, вы чё остановились-то? Давайте, парни. Остановка нам не нужна. 82% я уже вижу. Потихоньку падает, но я думаю, ничего страшного у нас не произойдет, если мы дальше будем в том же духе. Видите, 83. Повышается потихоньку. Отлично. Надеюсь, пожар. Нет, пожара нет. Так. Кто там бегает с ништяком? Уже 7 косарей, друзья, мы набрали. И, кстати, у нас вот этот паренек, где он? Да, вот он. Он у него пока 3 косаря. Ну, я, видите, у него 7 я ему дал, то есть 10 штук. То есть он мне где-то принесет около 9-10 тысяч. Примерно. 28. Осталось щиток. 28, 29, 30... 31.
31, где там мы доберемся. И потом уже будем опять заново бежать. Так, отлично. Вперед. Я хочу этот ништячок. Так, а мы можем, кстати, тебя переодеть, дружище? А, в провал. Ну ладно, отлично. Так, ребята мои пока работают. Уже 7, друзья, уже 7 косарей мы сделали. Так, давайте добивайте их. Хорош вам лясо точить. Да. Кстати, вот эту, чтобы комнату, друзья, прокачать. Сейчас покажу. Да, вот, отлично. Нужно 50 косарей, друзья. Я не знаю, что там должно ездить. Так. Давайте теперь вот этих прокачаем. Они должны свою работу выполнить. Так, отлично. Отлично. Ну же, парни, давайте. Провал. Где же этот провал? Ну, пока провала нет. Отлично, есть. Все, опять. Что-то пожаров нету, или у меня пожарная система такая хорошая, что пожаров не возникает. Так. Отлично, готовы. Молодцы, красавчики. 30. И вот этих сейчас парашим. Тут, кстати, они более лучше, чем на другой комнате, потому что они одеты в лучшую экипировку. То есть у меня практически все они одеты. Кроме двух вот этих лысых паренька. Кстати, и парикмахерскую-то я сделал только из-за того, что у меня одного лысого не хватало до ачивмента, который давал Кейси к нам. И я ее построил, обрил парнем за 14 минут, кстати. И мне дали этот ачивмент. Отлично, провал. Пожар. Нет, пожара нет. Давайте сейчас я хочу вернуться вот сюда вот. Где большая вероятность, как бы. То, что у нас там будет фейл. Я сейчас восстановлю их, потому что мы очень много взяли ништячков. Так. Ну, хотя их восстанавливать-то не надо, у них почти по 90%. Так, ну что там? Вы потушили пожар? О, ребята. Что-то вы какие-то вообще очень... Ну да, тут сказывается экипировка, то есть оружие, друзья, тут не самое лучшее. Стоит, кстати, забрать... Все оружие только из-за того, чтобы потом его заново раздать. Так. Нам осталось всего 4 эксцесса. Давайте его попробуем сделать. То есть у нас есть эта комнатка. Давайте ее попробуем порашить опять. Так, отлично. Пожар, пожар, пожар. Нет, пожара нет. Ну ладно. То есть, примерно самое лучшее оружие у нас находится сейчас вот в этих... Вот в этих комнатах. Да, видите, они очень быстро их валят. 81%. Ну, а куда деваться, друзья? Нам осталось всего... 3. Так, нет, это я не хотел. Так, давайте вот сюда вот. Уже опять до 10 скинуло. Кошмар, друзья. Так. Отлично, есть провал. Я пока... Вот этих, наверное... Они быстро как-то... Ладно, сами восстановятся. Я надеюсь. Так. У меня один раз, друзья, даже было то, что вот эту комнату, друзья, тут вышли какие-то мутанты, вылезли и просто всех вырезали в комнате. Но
Деньги творят чудеса, и за 100 монет, друзья, мы спокойно смогли всех восстановить. Так, вроде бы 2 еще нам осталось, 19 минут, кошмар. То есть это 26%. Мы такими темпами сейчас доберемся уже до соточки. Ну, до 10 тысяч. Отлично, есть. Такс. Уже, друзья, идет время полчаса у нас, так что я, наверное, сейчас мы закончим на нашу серию. Да, закончим. Встретимся уже в следующей серии, где мы возьмем, откроем 13 кейсов, даже вот этот получим и откроем его тоже. И посмотрим, что за ачивмент там будет. Видите, остался один, но это будет уже, друзья, в следующей серии, потому что серии получаются очень-очень большими. А я, друзья, с вами попрощаюсь. С вами был, друзья, Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь на него, ставьте пальцы вверх, комментируйте. И увидимся уже в следующей серии. До новых встреч, друзья.